честь Дня местного самоуправления в администрации Северского района прошел торжественный прием. Это общероссийский профессиональный праздник сотрудников муниципалитетов. В зале депутаты, муниципальные служащие, общественники, представители ТОСов, квартальные и инициативные жители. Все они ежедневно вносят неоценимый вклад в развитие района. Вы те люди, благодаря которым работает система местного самоуправления в нашем районе. Те люди, которые на себя принимают первый удар стихии, которые принимают на себя первый удар важных, нужных вопросов от людей, от населения района. Я хочу пожелать вам терпения, вам и вашим близким, потому что порой вы чуть ли не 24 часа на работе, а еще семья, а многие из вас женщины. Надо напоить и накормить. И погоду в своем доме сделать. Пусть в вашей семье будет мир, благополучие, и пусть исполнится все ваши самые сокровенные желания. С праздником! За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм гостям приема вручили благодарственные письма и почетные грамоты главы и администрации муниципального образования. Подарком стала и разнообразная концертная программа от солистов и творческих коллективов района. Те, кто имеет отношение к местному самоуправлению, ежедневно решают насущные проблемы и вопросы, строя надежное будущее для соотечественников.